Привет из солнечного города Сочи. С вами Арина. Я вас приветствую. И, друзья, сегодня у нас 16 октября. Мы еще в футболочках и в шортиках. И кто давно смотрит мои влоги, тот уже знает, что я на Новый год собралась к своим родным, детям, родственникам, сестрам, братьям в Москву. И мы с вами недавно покупали билет в Москву, да, на Новый год. Сейчас я приехала на ЖД вокзал. Мы сегодня посмотрим с вами, что там творится на ЖД вокзале. И я буду брать билет уже в обратное направление. Где-то примерно 12-13 уже января с Москвы в Лазаревское. И, как всегда, по традиции, я вам скажу, сколько стоит билет в купе. Я всегда беру нижнее место, и со мной едет моя любимица Жозефина, русский той. Я вам немножко ее сегодня отсняла, поэтому я ставлю ее во влоге. Ну, продолжаем наш влог и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, ну что, друзья, моя, кстати, шиномонтажечка. Скоро мы ее уже наведаемся. Тут очень много разных мнений у местных. Сейчас я вас немножко на дорогу направлю, что не надо менять зимнюю резину. Знаете, друзья, как говорится, береженого Бог бережет. Я привыкла в Москве ее всегда менять. Там, конечно, очень много снега у нас. Здесь его немного, но так как я живу в горах, поэтому я резину свою, колеса меняю, друзья. Вот. И я напоминаю, что я их купила, они у меня хранятся. Здесь шиномонтажки у ребят. И сейчас немножечко попрохладнее будет. Я уже поеду их менять. Так, колеса свои, да? Ну что, мы с вами двигаемся в направлении вокзала. И посмотрим, какие билеты у нас получится. В какую стоимость. Все, я вам сейчас расскажу. Ждем. ЖД вокзал Лазаревская. Смотрим, сколько здесь людей. Ну, немного, но все равно есть. Потому что у нас еще лето не закончилось, друзья. Все у нас еще отлично. Билет я купила. Все хорошо. Цена даже дешевле, чем в Москву. А тоже на 104-й поезд. На себя и на собачку. На мою русской той Жозефину. Значит, смотрите, друзья. Я взяла на 12 января 24 года на 104 поезд с Москвы в Лазаревское, купе, естественно, и у меня вышло 2 билета, даже около 8 тысяч, поэтому выгодно брать за 3 месяца билеты, обязательно об этом думайте. И еще очень интересный фактор: когда я брала билеты, вот я ездила в Москву в мае на поезде, брала в Москву вот сейчас-то новогодние каникулы, мне кассир не предложила накопительные скидки. Сейчас девушка молодая сидела в кассе, она мне оформила бонусную карту по паспорту. Ну, естественно, там пришел код, лично кабинет надо зайти, все дела, все это сделаем дома. И что хочу сказать, вы представляете, она говорит, там у вас будет накопительная система. В общем, за этот билет, который я купила, 2500, по-моему, бонусов зачисляется.
И еще, когда я буду покупать билет 2500, а когда у меня 5000 бонусов, у меня бесплатный билет получается. Вы можете представить? Я бы уже на Новый год бы 100% на бесплатном поехала бы, хотя бы обратно в билете. Вот так вот. Ну ладно, главное сейчас оформили, уже тоже хорошо. Вот смотрите, я вам показываю ЖД вокзал. Народу не так много, в принципе. Погода у нас сегодня 20 градусов. Смотрите, в чем вот люди ходят как раз. Мы с вами идем на выход. И дойдем немножечко там, чуть-чуть пройдем вперед, посмотрим магазины. Надо зайти посмотреть, как всегда, какие-нибудь цены. Вот, смотрите, мы с вами возле вокзала. Надземный пешеходный переход. Небольшие тучи. У нас вечером обещают дождь сегодня. Я вам показываю движение машин. И посмотрите небо. Ну, небо чистое, немножко облака есть, поэтому дождик передали. Но это не факт. Дождя, потому что у нас дождь передают в основном в Туапсинском районе. Кто-то хотел там переехать, обратите на это внимание. Ну и в горах может дождь пройти, все. Ну, а в Лазаревском может и не быть дождя. У нас здесь погода очень хорошая. Вот мне вот про эту парикмахерскую тут соседка рассказала. Говорит, там реснички хорошо делают. Ну-ка, пойдемте-ка цену узнаем. Зайдем. Там, наверное, не буду снимать, но расскажу по цене вам. Ну что, друзья, значит... Я хочу сказать, что цены практически везде одинаковые. Единственное, что, конечно, почему-то цены подросли. Наверное, они подросли летом, и они сейчас у нас не уменьшаются. Вот смотрите, девчонки, я вставлю картинку по ресницам, да, цена. Вот, вы увидите. А по покраске, что я хочу сказать. Ну, вот корни я спрашивала. Где-то 2, где-то 2500. Все, вот примерно так. Цена в обычных парикмахерских и обычных салонах. Так, что у нас тут за магазинчик? Сейчас зайдем, посмотрим, что там. А, ну, еще, видите, продаются сувениры. И там тоже. Это мы с вами, вот, видите, напротив ЖД вокзала, вы увидите. Вот, по пешеходному, надземному мы прошли. А вот на другую сторону. И вот здесь вот этот салон. Вот он, прям вот смотрите, ножнички и расчесочка. Парикмахерская. Вот в этом салоне. Вчера мы были с вами в салоне Малышева. А вот тоже смотрите, там тоже я. Кстати, ногти я делала, не сказала, за полторы.
коррекция, гель. Вчера. Столовая еще работает. Шаурма тоже, по-моему, работает. Вот магазин одежды. Мы с вами туда не заходили. Надо зайти в этот раз. Посмотреть что-то. Так, 150 рублей. Dior хорошая вот эта упаковочка. Либо вот эти, они либо им нравятся мармеладные мишки. Да, вот эти. Либо вот такие вот. Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то взять. Например, реклама радио. Рекламируйтесь на радио, потому что реклама радио. Вчера я бегу, сегодня тоже бегу. 30 рублей 200, нормальная цена, в принципе. 200. Здесь игрушки есть тоже. Очень недорогой магазинчик, в принципе. Можно выбрать что-то. Даже вот на подарок. Можно выбрать на Новый год к племяннице, например. Красивые сумочки. 200 рублей, смотрите. Красота. Да. А, вот еще ладно, цветов. Вот рамки есть. Сейчас рамку куплю как раз тоже. Здесь есть рамки. Неплохая, кстати. 150 рублей. 200. Тоже красивая, кстати, рамочка. Очень хорошая цена. Прекрасно. Что, друзья, отличный магазин. Конечно, мы купили рамку. И заколочки. В общем, короче, покажу вам. И покажу цену. Мне так все понравилось. Здесь очень много сувениров можно набрать. Вот когда поедете, например, куда-то в гости. И вообще там девушка говорит, я всем тут подарки покупаю. А я его только обнаружила. Кто знает его, пишите. И нашла медтехника. Смотрите, ортопедия и реабилитация. Вот здесь как раз график работы с воскресенья. Да, воскресенье, выходной. Вот смотрите, что здесь есть. Ортопедические изделия, технические средства реабилитации. Здесь массаж, средства по уходу за больными, домашняя медтехника, товары для красоты и здоровья, медицинская одежда. Находится все там же. Я еще далеко, я далеко даже не прошла. Вот, все напротив ЖД вокзала. Так что идем дальше с вами. Тут рядом у нас и как раз аптека. Ну, в аптеку нам не надо. Агентство недвижимости. Вот смотрите. Очень хорошо пройтись иногда пешочком, да? Машина мне стоит, я пока хожу. Агентство недвижимости «Сова». Вот, кстати,
Сейчас мы возьмем визиточку для тех людей, кто хочет купить здесь жилье, либо продать. Я вам сфоткаю номер. Так, друзья, я вам сфотографировала визиточку. Вот, пожалуйста, агентство недвижимости «Сова». Работают Лазаревская и по Лазаревскому району. Видите, я вам добро делаю. Пишите комментарий, ставьте лайк. Ну, я хочу зайти в марку, в мини-маркет, и купить свои любимые. Угадайте, что? Эклерчики. Если интересно, они тут есть. Здесь самые вкусные эклеры. Смотрите, столовая еще работает. Так вот, поэтому номер телефона я вам там фотографию и так показала. Обращайтесь, звоните. Вот оно существует, это агентство. Не переживайте, все есть. А то есть черные риэлторы или агенты. Мало ли, всякое бывает. Но вот существует, работают люди, все отлично. Так что обращайтесь и покупайте себе во благо жилье у нас здесь. На море. А вот смотрите, никогда голову не поднимала агентство недвижимости Лазаревской. Не знаю, работает, нет, но тоже номер. Сейчас я вам его Астория Сочи приближу. Так, если видно. Да, видно. Давайте вот так вот похожу, чтобы вы записали номер. Да. Это вот где мини-маркет Марка. Это тоже все недалеко от ЖД вокзала. И здесь, видите, овощи, фрукты еще продают. Кстати, еще даже арбузики, единички есть. Отлично. Орешки. Пойдем в магазин. Так, эклеры посмотрим, есть. А что, нету? Интересно, всегда были. Странно, странно. Ну да, там вроде нету уже ничего. Разобрали. Не судьба. Значит, что-нибудь возьмем другое. Друзья, эклеров не было, стало уходить, привоз был. Мне очень повезло, но правда они не в упаковке, а поштучно. Сейчас покажу. Как-то один раз дочка ко мне приехала, мы пошли на пляж и купила я эти эклеры. Мужчина аж с моря выпрыгнул, когда их увидел. Говорит, где вы такие вкусные эклеры купили? Вот мясо вам показываю тоже возле марки. Цена. Свинина 380. Задок на кости 300. Угу. Здравствуйте. Шея свинина 450. Фарш 380. Я просто ценю. Говядина 480. Шея говяжья 500. Ну, так вот примерно. А яйца домашние почем? Домашние 120. 120. Такие маленькие прям очень. Через раз. Спасибочки. И соусы вот тут тоже. А, у вас это копченое сало? Ух ты, а я его везде ищу. Ой, осы достали. Почем оно? 400. Ну, наверное, надо взять такую вкусняшечку. Ну что, друзья, сало копченое кто любит? Приходите на обед. Оно там такое аппетитное. Я его с детства люблю. Мы когда к бабушке, дедушке приезжали, они сами коптили. Вот. И мы кушали с черным хлебом. Как раз я его сейчас купила, черный хлеб, белый не покупаю. И сальцо, и огурчик. Какая вкусняшка, да? Вы представляете, маленький кусочек взяла 160 рублей. Все. Все удовольствие. Вот так вот походили, походили себе на обед, на ужин, все купили. Еще сейчас зайдем в тот, где одежда.
Посмотрим там по цене. Я как-то там у них сарафан покупала. Вот с левой стороны я вам его показывала. И все, мы вот в этом, видите, вот в этом пятачке крутимся. И уже, вот смотрите, пакет набрала. Так, вот, вот этот палатчик. Тут, кстати, девочки, нижнее белье. Всякие утягивающие моменты тоже есть. Здрасте. Бошечки. А у вас уже осень и зима, да, появилась? Осень-зима появилась, да? А купальники еще есть. Ого, 1800, да? Угу. Так, ну что, значит, зима, курточки какие-то не очень висят. Нижнее белье для девочек, минимум цена бюстгальтера 1500, это уже, говорит, старая цена. В общем, сказала Белоруссия. Лучше к той сходить, мадам, помните, к которой мы ходили с вами, сейчас скажу, переулок, улица Павлова, помните, с моей Жази мы ходили, гуляли и зашли, там сумочки оранжевые мы увидели, и нижнее белье, вот там вот Белоруссия, и там очень красивые комплекты, вон я, кстати, иду пакетиком. Вот здесь что, очки, мужская одежда, да? Ну-ка. Просто для мужчин, да? Что, друзья, показываю, что я купила. Смотрите, вот брошку купила. Смотрите, как переливается, и уже ее, видите, нацепила. Вот эту брошку в том магазине, да. Потом у меня есть желтые такие кардиганы покупные. Вот на них тоже брошечку она подойдет, взяла. Цена у них какая 150, какая 200 рублей. Показываю, что купила дальше. Купила, смотрите, в коробочке лягушка. Она ее так тут закрутила. Вот, допустим, в подарок кому-то. Смотрите, друзья, 100 рублей. 100 рублей показываю. Вот такая вот лягушка. Для денег, для богатства. Вы знаете, да? Лягушечки мы собираем. Так. Ну и мне для другой работы. Для моей работы основной это пригодится. Так. Так, дальше. Две заколки. Девочки, когда мы, допустим, красимся, да, вот смотрите. Ой, она улетела. Сейчас, секунду. Смотрите, когда мы, допустим, макияж наносим, какая она жесткая. Ничего себе. Смотрите, вот так, хоп, раз. Допустим, да. А ее надо разрабатывать, оказывается. Смотрите, она такая... Ничего себе, очень крепкая. Сейчас покажу. Ну и вторая тоже. Вторую сторону вот так раз. Закололи и, допустим, красимся, да? Красотка, кабаре. Дальше что? Дальше. Ну, я сувениры буду смотреть, когда поеду. Сыну взяла вот, и его другу взяла вот такой ключик. Тоже вешается как чокер. Можно его повесить на серебряную цепочку. Он с компасом. Они любят гулять, знаете. Ну и так, для интереса. Значит, две штуки стоят 150 рублей. Так, и две брошки я показала. А, и рамку. И рамку взяла. Наконец-то взяла рамку. Рамку взяла вот такую вот. Смотрите. Так, цены здесь, наверное, нету. Ну, я вам показывала. По-моему, 200 рублей рамка стоит. Видите?
Ну, ее можно и так поставить. Видите, она у вас тогда будет как море и русалочка лежать. Можно и так поставить. И за все это я отдала там 1000 рублей. Всего лишь. Всего лишь 1000 рублей. Эклер я вам показала. Сало показала. Можно ехать домой обедать, да? Друзья, я с вами буду прощаться. Надо заколки снять. А то скажут, откуда женщина сбежала, да? Пока буду ехать. Вот. И, друзья, Арина, Море, Сочи, подписывайтесь. Я с вами. Всех люблю, целую. Прекрасного вам настроения. Отличного вам дня, вечера, ночи. И все, чтобы у нас было хорошо. А я еду домой, в горы. Пока-пока. Жази показать. Вот у нас пришло время помыться специальным шампунем,
который нам выписал доктор, врач. Конечно, она купаться не очень любит, но молчит. Жази, покажись камеру. Вот, мы ее так вытираем хорошо, чтобы она была чистенькая, вкусно пахла. Да, Жази? Вот они, наши ребеночки маленькие. Наши маленькие детишечки. Так, сейчас вытираемся хорошо. И она будет кушать. Она утром погуляла. Сейчас покупалась. Да, мама что-то там рассказывает. И будет кушать сейчас. Да, Жази? Девочки просили тебя показывать тоже. Да. Вот она какая. Красавица. Поздоровайся с девочками. Убегает. Убегает, убегает, убегает. Хорошо надо вытереть ушки, шейку, глазки. Ну-ка. Отворачивается. Отворачивается. Все, сейчас она пойдет кушать свой вкусный корм. Да, нужно же отряхнуться еще. Она спряталась. У нее корм стоит, ее водичка. Роял Канин, как нам выписали. Ну что, Жази, девочкам привет передавай. Скажи, девочки, не скучайте. У кого есть тоже собачки, кошечки, пишите комментарии, да? Смотрите, вот стул стоит, да? И она вот под стулом, у нее лежаки в каждой комнате. И она ложится на свое местечко, которое ей мама уготовила. Потому что мама ее любит, да, Жази? Мама любит Жази? Конечно, да, любит. Да, умные у них глаза, точно, девочки, очень умные. Все понимают вообще. Прям вот говорю, пошли, все встает, даже если будет спать, и пойдет. Куда я ей говорю, гулять там или кушать, да, Жазишечка? Девочка мамина любимая, да?